вечеринка уикенда уже здесь. Это Мелон Радио Шоу с Сергеем Зайцевым. Ну что ж, ну здравствуй тебе. Этим вечером начинается Мелон Радио Шоу. Выпуск номер 53. В студии Сергей Зайцев. И так как я суперстар, сегодня будет много красивых, задорных, свежих версий на старые добрые треки. Начну, пожалуй, вот с этого клевого трека «On My Mind». Называется «Он». Делай громче, танцуй вместе со мной, смотри видеотрансляцию, оставляй свои комментарии во ВКонтакте Мелон Радио, на канале YouTube Мелон Радио, ну и, конечно же, слушай на melonradio.com, канал Dynamic, прямо сейчас. We'll be right back.
York City a few months ago, and the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay. But at that particular time, the city was broke. They were about ready to declare default. I tell you, the garbage in some places was stacked up 2-3 stories high. At night, boy, at night it wasn't even safe to walk the streets. You see, come the rats, the roaches, and the water bugs. I mean, they were hustling, baby, trying to get something easy. Let me tell you something, it was stinking, boy. There was all kind of disease in there, you know. But it only brought to mind the fact that you can no longer depend on the man downtown to take care of business like he's supposed to, when he's supposed to. In order for us to get it like it's supposed to be, as far as cleanliness, you know, and safety, we gotta get together and do it for ourselves. That's the only way it's gonna be done. And you know what I'm talking about? Let me tell you what I mean. Well, y'all get it. Everything on me.
Итак, твои приемники на волне Melon Radio. Это Melon Radio Show, выпуск номер 53. И помимо старенького, добренького хаоса в свежих версиях, мы послушаем, конечно же, какие-то топовые композиции, которые вот-вот появились, совсем горячие в магазинах. В модных магазинах, конечно же. И прямо сейчас я приготовлю несколько симпатичных треков. Ну а тебе желаю хорошо провести это время. Слушай Melon Radio Show по пятницам и каждую пятницу получай заряд бодрости на ближайший уикенд. Движемся дальше. Еще одна знакомая композиция. Уверен, она тебе понравится. Ну а если нет, да без разницы, напиши что-нибудь в комментариях. Во ВКонтакте идет видеотрансляция. Всегда приятно получать что-нибудь по существу. Итак, в студии Сергей Зайцев. Движемся дальше.
steamy, frothy, cafe con leche. Can't get enough. Fresh brewed drip. Every drop. Love when you fill up my cup. Steamy, frothy, cafe con leche. Can't get enough. Fresh brewed drip. Every drop. Love when you fill up my cup.
I'm going deeper underground. There's too much panic in this town. I'm going deeper underground.
Ну, мы продолжаем слушать красивые треки в Мелон Радио Шоу. Выпуск номер 53 в студии Сергей Зайцев. И раздаю сегодня старых треков в современных обработочках. Ну, попробуйте угадать оригинального исполнителя следующего трека. Ну, а если ты смотришь видеотрансляцию в нашей группе во ВКонтакте, то ты видишь все названия треков. И этот сейчас тоже появится. Вообще рад пообщаться. Люди пишут, что им нравится. Ну и слава Боже, в таком формате встречаемся каждую пятницу. Чтобы послушать свежую порцию хаус-музыки.
Что ж, отслушали 20 добрых хаус-треков. Это Мелон Радио Шоу, выпуск номер 53. Сергей Зайцев собрал, ну, самое вкусное, на мой взгляд. Встретимся в таком же формате следующую пятницу, ориентировочно в 21.00. Ну, а запись этого эфира в ближайшее время появится в нашей группе во ВКонтакте Мелон Радио. Подписывайся. Ну и, конечно же, больше музыки на нашем сайте melonradio.com. 7 чудесных каналов, и в ближайшее время грядут интересные перемены. Всех приглашаю их оценить. Подписывайся на наши новости. Ну все, пока. До завтра. Завтра будет эфир. Будет Evening обязательно.